Добро пожаловать на специальную антистресс-медитацию, предназначенную для моих клиентов, а также для всех, кто хочет быстро и легко входить в состояние расслабления и покоя. Это очень сильная практика, которая поможет значительно снизить уровень тревожности, переживаний, депрессии, а также нормализовать общее состояние вашего организма. С каждым прослушиванием этой записи вы заметите, как становитесь все более и более спокойным. Уйдет тревожность, и произойдет значительное улучшение вашего здоровья. Хорошо. Расположитесь удобно, можно сидя или лежа, неважно. Главное, чтобы вам было удобно. Закройте глаза и следуйте за моим голосом. Я знаю, как перевести ваш организм в режим восстановления и покоя, поэтому полностью расслабьтесь и доверьтесь процессу. Это крайне полезно и важно для вас сейчас. Сейчас я буду считать от 10 до 0. И ваше состояние комфорта и расслабления будет удваиваться с каждой цифрой, которую вы слышите. И я хочу, чтобы вы согласились с тем, что с этого момента, когда вы в этом прекрасном состоянии, каждый вдох расслабляет вас больше и глубже. Каждый глоток воздуха помогает вам освобождаться от накопленного стресса и напряжения. А когда вы услышите цифру 0, ваше тело и разум расслабятся максимально полно. Итак, 10. Позвольте своему телу расслабиться в 2 раза больше и глубже. 10. Избавьтесь от накопившегося напряжения. В 2 раза приятнее и легче. Любой внешний шум лишь углубляет ваше состояние расслабления. Единственный звук, который вас интересует сейчас, это звук моего голоса. И звук моего голоса помогает вам расслабляться еще больше и приятнее. Накопившийся стресс и напряжение начинают выходить из вас на каждом выдохе. Чем больше вы обращаете внимание на ваши выдохи, тем еще более приятнее и спокойнее вы начинаете себя чувствовать. Следование моим инструкциям расслабляет вас еще больше. Чем сильнее вы расслабляетесь, тем лучше вы себя чувствуете.
И чем лучше вы себя чувствуете, тем сильнее расслабляется ваше тело. В нем остаются только прекрасные ощущения, а в вашем разуме только счастливые мысли. Семь. Расслабление удваивается, а вы гораздо более расслаблены. Каждая мышца, каждая клетка и каждый орган расслабился в 2 раза больше. Ваш разум расслабляется так же, как расслабляется ваше тело. Все, что вы слышите, лишь помогает вам расслабляться все больше и приятнее. И вы погружаетесь в это волшебное состояние все глубже и глубже. И чем глубже и больше вы расслабляетесь, тем лучше вы себя чувствуете. А чем лучше вы себя чувствуете, тем сильнее расслабляется ваш разум и тело. У вас полный контроль над каждой мышцей в вашем теле. Контроль над всей вашей нервной системой. И вы все глубже и глубже погружаетесь в расслабление. Пять. Время для расслабления. Во время дыхания вы чувствуете, как ваша грудная клетка поднимается и опускается. Вдох и выдох. Воздух входит и выходит. И это расслабляет мышцы лица, и ваше лицо становится спокойным, расслабленным. Расслабляются мышцы шеи, спины, мышцы ног, рук. И ваше тело становится неподвижным. Оно как бы застывает в таком положении для отдыха и восстановления. Четыре. В 2 раза глубже и спокойнее. Позвольте, разрешите себе расслабиться еще глубже. Каждый мускул и нерв становится мягким, свободным, расслабленным.
Три. Время замедляется. Ваше внимание только здесь и сейчас. А здесь и сейчас абсолютно безопасно и спокойно. Два. Еще в два раза глубже входите в состояние покоя и равновесия. И ваше сознание может начать уплывать, чтобы сейчас насладиться этим приятным опытом. Один. Представьте, что вся ваша напряженность и скованность, все ваши страхи и тревоги отступают прочь и улетучиваются навсегда вместе с воздухом на каждом выдохе. Ваш разум спокоен и безмятежен. Вы ни о чем не думаете. Вы полностью расслаблены. И вам так удобно. Все мысли исчезают, растворяются, испаряются, гаснут. Полная внутренняя тишина и покой сейчас. Это очень полезно и благоприятно для вас. Ноль. Вы полностью расслаблены. Время остановилось. И ваше сознание стремится проникнуть в смысл того, что я сейчас говорю, в то время как ваше подсознание начинает понимать что-то очень важное для вас. И после того, как вы закончите эту медитацию, через какое-то время вы обнаружите решение своих вопросов или проблем. Ваше подсознание подскажет вам, что нужно делать в той или иной ситуации. Просто ему доверьтесь. Хорошо. С каждым днем вы чувствуете себя уже все лучше и лучше во всех отношениях. С каждым днем ваше внутреннее спокойствие укрепляется. Вы с удивлением заметите, что становитесь более спокойным и уверенным человеком, чем когда-либо раньше. Вы свободно выражаете себя, свои мысли, желания и чувства. При общении с людьми вы говорите спокойно, искренне и свободно. Вы полностью уверены в себе, потому что с вами абсолютно все хорошо. Вы полностью принимаете себя, свои недостатки и чувства. Это, в свою очередь, делает вас гораздо спокойнее и увереннее.
Вы родились с неограниченным потенциалом, и сейчас вы преодолеваете старые внутренние барьеры и страхи, обиды. Вы можете расширить свои возможности максимально. С каждым днем вы будете ощущать свою внутреннюю трансформацию. Когда вы откроете глаза, вы ощутите, что чувствуете себя обновленными. Никто вокруг не может вас вывести из равновесия. Им вас не достать. Каждый раз, когда вы будете использовать эту медитацию, вы будете чувствовать, как входите в состояние расслабления очень, очень глубоко, гораздо глубже, чем до этого. Вы можете использовать эту практику один раз в день, без перерыва. Ощущение отдыха и хорошее настроение останутся с вами до конца дня. Вечером, когда вы ляжете в постель, то быстро заснете и будете крепко спать всю ночь напролет. Проснувшись утром, вы почувствуете себя в отличном настроении, отдохнувши. Теперь я начинаю считать от 1 до 5. На счет 5 вы откроете глаза и войдете в бодрствующее состояние. Вы будете бодрыми и полными сил. Вы будете чувствовать себя просто прекрасно. Вы будете чувствовать себя замечательно. 1, 2. Ощущаете поверхность, на которой лежите или сидите. 3. Ощущаете все свое тело. И на счет 5 вы откроете глаза и будете чувствовать себя отлично. Гораздо лучше, чем раньше. 4, 5. Откройте глаза. Потянитесь. Вы чувствуете себя превосходно. И это действительно так.